Выпускники факультета информатики – это квалифицированные специалисты в области информационных технологий. Они – отличные компьютерные дизайнеры, разработчики сайтов и даже техники. И как показала педагогическая практика, они хорошие преподаватели, способные интересно и увлекательно преподносить детям сложную информацию. Вас поздравляют Федерягина Наталья Евгеньевна и Савченко Татьяна Евгеньевна, учителя информатики высшей категории школы номер 121, выпускницы нашего университета. Сегодня действительно приятно находиться на таком важном мероприятии. Мы, выпускницы, очень любим, ценим и уважаем наш факультет информатики, не забываем наших педагогов. Сами приходим в гости, а также вас, студентов, приглашаем к нам на педагогическую практику. Всем выпускникам хотим пожелать огромной удачи, успехов во всех начинаниях. Будьте собой, пусть у вас будут верные попутчики. Большой-большой любви и человеческого счастья. Спасибо за поздравления. А мы приглашаем на сцену лучших выпускников факультета информатики. Хусаинов Андрей. Самым большим своим достижением Андрей считает первое место в составе сборной факультета информатики по баскетболу. Чумак Марина. Победитель ежегодного конкурса научно-исследовательских работ среди студентов, аспирантов и молодых ученых. Вахрушев Дмитрий. Активист факультета, прокор, вожатый ВДЦ «Орленок». Рахманин Сергей. Самым ярким впечатлением для Сергея стала его практика в лагере «Космос». Новиков Сергей. Именной стипендиат, победитель Олимпиады по информационным технологиям. Петров Александр. Участник педагогического дебюта, участник всероссийских научно-практических конференций. Мартынов Павел. Активист и спортсмен факультета. Самым большим своим достижением Павел считает первое место в составе сборной факультета информатики по баскетболу. А мы просим вас сделать общую фотографию.